Здравствуйте, мастерская слоновой компании. Я Вячеслав. Приветствую вас. Сегодня я продемонстрирую вам клинки коррозионно-стойкие, или как еще называют, атмосферостойкие. Клинки металл от моих партнеров, с которыми работаю. Первые вот, атмосферостойкие, ну, или я называю коррозионно-стойкие. Дамасский ламинат. Вот. Кузнец Васильев Леонид. Это как-то отсвечивает. На обкладках никель 65Х18 и D2. Сердцевина здесь R6М5. Сразу скажу по твердости. Я не сторонник супер твердых сталей, то есть супер твердых клинков, которые будут крошиться, как стекло, ну или их очень сложно будет заточить, поэтому я термичку делаю не такую, как все обещают, там этой стали 67-65 единиц. Нет, здесь порядка 62 единиц. Я думаю, это оптимальный, я уже говорил, вариант для клинка твердости. Это, кстати, вот еще продемонстрирую заодно еще работу, так скажем, одного партнера. Это дерево. Дерево беру у Ковальского Александра из Самары. На мой взгляд, на данный момент он лучше. Лучшее сейчас дерево у него стабилизированное. Вот, стараюсь работать с лучшими, так как качество превыше всего. Ну и, конечно, кузнец тоже Васильев. Очень хороший кузнец. Молодой еще, перспективный, но уже очень известный. Так скажем. Вот еще дерево от Ковальского. Это все корейская береза стабилизированная. Очень хорошего качества. Все прокрашено, все хорошо. Клинок тоже коррозионно-стойкий ламинат. Как его вот так вот лучше показывать, вот так, наверное. Тоже от Леонида Васильева. Здесь все те же стали заложены, но маленько скован по-другому. То есть здесь вот, ну и клинок потоньше, помельче откован. То есть слои помельче, рисунок немного. Здесь более блестящий такой вариант, это уже кому что нравится. Все те же стали, та же твердость. Вот такой вот вариант. По-моему, так показывал уже Пчак из коррозионно-стойкого ламината. Ну, не особо заострял на этом внимание. Ну и вот еще такой вот небольшой ножичек. Сколько у нас? Такой шкуросъемный. Как всегда. 85 миллиметров. Потом перезвоним. Кто-то звонит, потом перезвоню. Здесь уже маленько другой ламинат. Тоже от кузнеца Васильева Леонида. Только трехслойный. То есть в середине R6M5, а на обкладках 65Х18. Очень сложно снимать, как на видео, так, ну, на видео еще попроще, так и фотографии, вот эти вот нержавеющие, коррозионно-стойкие стали. Здесь дерево Капореха, кстати, тоже стабилизированное Ковальским Александром. Вот. Далее представим вот такой вот нож, финочку НКВД. Обычно застегнем. Обычно мы их делаем в черном варианте. Но здесь первый клинок, первый нож, который изготовлен из, как у них на сайте называется, атмосферостойкий дамасская сталь. Это злодинокс,
дамасская сталь пирамида, твердость 60 единиц, порядка 59-60 единиц твердость, коррозионно стойкий дамаск, это первый клинок совместной работы со Зладиноксом. Ну, клинок мы делали, металл их. Шлифовка, конечно, наша, все. Сейчас еще пару ножей будет в работе, есть в работе из Зладинокса. Ну, а это вот такое вот дерево веселое, тоже от Ковальского Александра. Почему такое дерево? Ну, во-первых, заказ был из Германии. Ну, немного гарды не те поставили. Поэтому сейчас будем другие гарды делать, еще один нож. Ну вот, и веселый клинок такой, блестящий дамаск. Ну и веселое дерево, такой весенний вариант ножа, поднимающий настроение, по-моему. Вот примерно то, что хотел показать сегодня. Эти атмосферостойкие металлы. На мой взгляд, это перспективное занятие, потому что дамаск интересен многим, но немногие хотят за ним ухаживать. Здесь меньше ухода. Конечно, уход нужен за любым ножом, но за этим ножом, за этим клинком будет меньше ухода. Так же, как и за деревом стабилизированным, тоже будет меньше ухода. Требуется. Ну, кто-то любит стабилизированное дерево, извиняюсь, так как оно не сильно боится влаги, практически не боится. Кто-то предпочитает натуральные деревья, это уже от вкуса, цвета и тому подобное зависит. Ну, все, что я сегодня на данный момент хотел показать. Всем удачи, здоровья, хороших выходных, успехов православных, с наступающим праздником. Все, до свидания, пока.